Часто ми не замислюємось, як живеться людям, що опинилися у найскрутніших обставинах. А коли дізнаємось, то жалкуємо, що не могли бути поруч. Саме про таких людей будемо говорити сьогодні з Людмилою Коломоєць, експерткою з питань протидії насильству, керівницею кризового центру. Дуже рада бачити вас, пані Людмило, сьогодні в нашій студії. Карантин. Але проблеми не залишились, і проблем дуже багато. І вони не вирішуються. А якщо і вирішуються, то карантин тут ні до чого. І, мабуть, ще гірше стало тим людям, які опинилися у скрутних обставинах. Особливо тоді, коли є ще й карантин. Вони не можуть дістатись до місця призначення, будь-якого місця. Вони опинилися сам на сам. Тоді, коли до них не можуть доїхати, коли їм не можуть допомогти. Ну і насправді, чи звертаються до вас люди зараз у період карантину? І з якими проблемами найболючішими? Ну, понятне діло, карантин как бы окунул нас совершенно в другую реальность, потому что женщины оказались просто вот закрытыми, ну, я не побоюсь этого слова, в клетке, потому что экспертка из Ластрады, которая на горячей линии, она говорит, очень часто сейчас звонят, и это страшно слышать, я закрыта в клетке, потому что не всегда есть возможность даже сообщить о том, что вообще происходит, потому что иногда отбираются телефоны, иногда, ну, просто нет возможности выйти и вообще попросить о помощи. Если раньше женщина могла каким-то образом там обратиться к соседке или даже позвонить по телефону и получить какую-то консультацию, то в условиях карантина, понятное дело, очень многие люди оказались в закрытом пространстве. И, ну, это приводит, наверное, к наибольшим вспышкам гнева, потому что и так сложно, ну, жить в постоянном стрессе. А тут еще вот такая вот ситуация. И это касается женщин, которые страдают от насилия. Вы затронули очень важную тему. Это сложные жизненные обстоятельства. Это женщины, которые, будем говорить, у которых там, ну, большое количество детей, трое, пятеро деток, которые зарабатывают, ну, вот, изо дня в день, там, ну, к примеру, там, уборкой, либо там, ну, я не знаю, там, либо там нянчат деток. Ну, вот какой-то заработок, который выплачивался ежедневно. И они были лишены этого заработка. Остались какие-то небольшие выплаты, и то не у всех женщин. И очень стало много обращений, вот, вплоть до того, что же люди голодают, просто голодают. У меня сейчас вот есть женщина-клиентка, которую я не могу поместить в приют для женщин, пострадавших от насилия, только по одной простой причине, потому что ей нужно пройти обязательно рентген, потому что у нее там в анамнезе был туберкулез, и мы не хотим рисковать, и мы боимся. А у нее просто нет денег и нет возможности даже добраться до поликлиники. А денег нет просто на банальную какую-то пленку. Ну, понятное дело, мы этот вопрос решили, мы нашли, это не такие уж неподъемные деньги, но даже... Сам факт того, что відбувається с людьми, и насправді їм и раньше было важко, а у кризовый такий час... Тоді, коли карантин, коли такі проблеми, то найбільше постраждали ті люди, які і раніше потерпали від різних проблем. Насправді, кажуть, що зараз навіть у тих родинах, яких все було добре, трапляються випадки насильства. І про це ми нещодавно теж спілкувалися. Психологи говорять, що такі випадки почастішали. Дуже важко зараз розуміти, що поруч біля тебе може бути насильник. Чи це може бути жінка навіть, або ваш чоловік? І дуже складно, коли поруч є діти, які це все бачать. Що з дітьми відбувається? Як вони реагують на такі проблеми, що відбуваються у їхній родині? Ну, з дітьми це завжди проблема, тому що, ну, на сьогоднішній день вже в законі прописано, що якщо ребенок єдинежди був свидетелем насилия, он является автоматически уже жертвой насилия. И на эти детей теперь больше обращают внимание. Я могу сказать по опыту своей работы, с этими детьми очень-очень сложно. Почему? Потому что, ну, для того, чтобы хотя бы отогреть этого ребенка, вот у меня были случаи, когда привозили женщину с детьми, у меня была одна история, когда двое деток, мальчику было 4 года, девочке было 5. Они практически 2 недели сидели на диване. Ну, я утрирую, сейчас там сидели, но я имею в виду, вот они поедят и опять садятся на диван. Я вообще не понимала, что происходит, пока психолог не объяснила. Они настолько вот боятся, они настолько вот заморожены, у них вот не осталось ничего детского.
И только через 2 недели, когда они уже поняли, что они находятся в безопасном месте, они стали баловаться. И мама все время так удивлялась, говорила: боже, у меня такое впечатление, как будто мне подменили детей. Вот типа я приехала к вам, а дети тут испортились. Пока ей психолог не донесла, они ожили. И это маркер, ну вот я не знаю, это маркер здоровья. И так должны вести себя дети. Ну вони щасливі, так? Вони радіють. Конечно. Це дуже добре, коли діти можуть себе вільно почувати. Ну і тим більше, вони ж не знали, що з ними буде. І це насправді теж дуже серйозна проблема, коли дітей можуть помістити в інші невідомі для них умови. Конечно. І, звичайно, вони не знають, як себе поводити. Пані Людмила, я хотіла насправді торкнутися такої серйозної теми. Якщо, наприклад, зараз в родинах вже є насилля, і ми бачимо, що жінка, наприклад, потерпає, куди вона може звернутися і як зараз швидко може приїхати до неї та служба, чи поліція, чи хто-небудь, хто їй може допомогти, і як працює увесь механізм? Що зараз змінилося? Смотрите, ну, первое, 102 никто не отменял. И 102, так. Если женщина звонит, надо обязательно указывать, что это домашнее насилие. Почему? Потому что есть, ну, такие факты, например, там, ну, вот выпили мужчина и женщина, да, там, передрались. Ну, бывают такие случаи. Когда вызывают полицию, то это, ну, классифицируют как семейная сварка. А домашнее насилие – это, ну, систематическое насилие. Вот. И женщина должна сказать обязательно, что это домашнее насилие. У нас в городе есть 2 бригады полицейских, называются эти бригады «Полина». Это специально обученные полицейские, которые выезжают только на факты домашнего насилия. Угу. У них есть там, они даже проходили такой психологический ликбез, они понимают психологию жертвы, они не задают этих глупых вопросов, а почему вы не уходите. Они всегда на стороне жертвы, ну, кто бы там ни был. Вони одразу можуть дійсно знати, хто жертва, а де насильство йде, так? Да. З якого боку воно йде? Да. Їм вже буде одразу зрозуміло. Да. Картина, да. Одразу зрозуміла ситуація. Це дуже добре, бо якщо поліція може приїхати лише по факту, то вони можуть обох, з обома розбиратися вже, так? Конечно. Десь у відділку. Конечно. А тут люди вже можуть розуміти, до кого як ставитись. Ну, це дуже добре, конечно. Насправді. Це, можна сказати, такий прорив. Конечно. Это перший шаг, который может сделать женщина. Ну, для того, чтобы набрать 102, женщина должна пройти, ну, непростой путь. Почему? Потому что, ну, не в моей практике, наверное, ни в одной мировой практике, но я не знаю такого случая, чтобы, вот, к примеру, мужчина ударил женщину, и сразу же в этот же день, в эту же секунду женщина вызвала полицию. К этому надо психологически быть уже, ну, вот, готовым, то ли понимать вообще, что происходит, то ли иметь каких-то консультантов со стороны для того, чтобы подтолкнуть к этому шагу, потому что это уже, ну, это очень такой серьезный шаг. Вот, вот про 102 мы поговорили. Сейчас у нас в городе работает мобильная бригада. На базе ЦСМ, это Центр семьи и молодежи, это мобильная бригада, но, к сожалению, сейчас в карантин они не выезжают, но они консультируют онлайн. Это тоже телефон можно узнать в интернете, потому что если я сейчас начну называть телефоны, все равно никто их не запомнит. Угу. Вот. Достаточно тоже хорошая услуга, потому что тоже обученный психолог, тоже обученный соцработник, они могут выехать на место, либо проконсультировать хотя бы по телефону. Это... Так, пані Людмила, а ви ж уявляєте, наскільки сміливою повинна бути жінка? От, наприклад, вона потерпає кожного дня. І це вже настільки треба їй пройти отой весь шлях, приготуватися, конечно, до того, щоб подзвонити, ще й знайти телефони, щоб зробити увесь цей такий непростий весь етап і зателефонувати, і вирішити свою проблему. Тоді вона могла і раніше це вирішити, в неї цього б і не було, можливо. Тобто виходить, що жінка повинна змінитися сама. Ну, вона не повинна змінитися, вона повинна зрозуміти взагалі в каком состоянии она находится, кто угу. она, потому что признать, что я жертва насилия, очень-очень сложно, потому да. что, ну, в том-то и проблема, понимаете, в том-то и проблема. Если бы это было, знаете, там прищ выскочил, пошел как бы и удалил, угу. и проблем так, бы не так. было. Потому что это целенаправленно, и на протяжении нескольких лет, ну, вот, происходит это вот сначала психологическое насилие, а потом уже и физическое насилие. И правильно вы говорите, уже с той женщиной, которая обратилась, с ней уже проще работать, потому что начинается, ну, я это называю, точка отсчета. Потому что вот у нас в кризисном центре, когда работал шелтер, у нас же был кризисный центр и был шелтер. Угу. И были женщины, которые были в сопровождении 2-3 года. Они страдали от насилия, но они приходили просто на групповую работу или на индивидуальную работу. И по прошествии 2, а то и 3 лет
женщины решались только уйти и разорвать эти отношения. Угу. И тогда, и даже в этой ситуации, когда женщина, приходя на групповую работу, понимая, что с ней происходит, зная как бы ходы и выходы из этой ситуации, она знает, что ей делать. Но она по каким-то причинам не может принять решение. И наступает, я называла это час пи, угу. когда уже все, терпеть урвався. Угу. Вот, в такой ситуации, когда уже ну, вот женщина в таком состоянии, ей иногда очень даже сложно принимать вообще адекватные решения. У нас была такая вот договоренность, что звонили женщины, звонили мне, и я по телефону просто давала инструкцию. Вот просто давала инструкцию, потому что я понимала, это, знаете, вот как маленькому ребенку. Угу. Ты ей говоришь одно, а она по 10 раз подожди, по какому номеру мне позвонить? И вот просто командным голосом надо с ней угу. говорить, потому что она вот в состоянии эффекта, она не понимает вообще, что нужно сделать. И это же тоже, вы представьте себе, это же все на фоне вот этого скандала, плюс агрессор на одной территории. Угу. Треба, щоб він, можливо, і не бачив, що вона звертається кудись. Конечно. Може бути гірше. Либо от у мене була одна історія, коли жінка от терпець урвався, вона угу. стала набирати, вона 2 роки була до цього в супроводженні. Одна із таких от осознаних жінчин, яку я бачила і розуміла, у неї вийде. От вийде, вона все время от щось пыталась зробити. Вот. Но иногда ее откатывала назад, и все время там она цеплялась то там за раздел квартиры. Ну, от были какие-то угу. причины угу. для этого. Вот. И она, когда мне позвонила и сказала, вот я готова сейчас вызывать полицию, вот что мне нужно делать, какие мои дальнейшие шаги. Когда агрессор понял, что сейчас будет что-то серьезное, что наконец-то эта женщина уже от обещаний перешла к действиям, он порезал себе вены, улегся на пол, ну порезал, надрезал вены. Mm-hmm. И когда приехали полицейские, они стали звонить мне и говорят, вы извините, мы не можем понять, кто здесь жертва, а кто mm-hmm. здесь агрессор. Oh, понимаете, вот представьте себе состояние женщины. Она неадекватно не может составить заявление, вернее, она даже надиктовать его нормально не может, она теряется в показаниях, она забывает, она возраст, она мне говорит, я возраст детей не могла сказать. Вот дату это рождения, вот в, таком, вот в таком я была состоянии. Так это женщина, которая уже прошла какую-то психологическую, ну я не знаю, там, поддержку, она понимала, она знала, куда обратиться, она знала, что всегда ее примут и разделят с ней вообще ее участь. А говорить о женщинах, которые не знают, куда обращаться, либо просто в интернете нашли телефон, ну, очень сложно, очень сложно. Ви знаєте, пані Людмила, насправді такі жахи розповідаєте, а ви ж уявіть собі, що таке з людьми кожен день. І да. це просто страшно. Жінка чи чоловік? До речі, хотіла запитати вас, чи бувають у вашій практиці, чи були чоловіки, чи приїздили до вас, чи зверталися хоча б? Ну, от я год була руководителем мобільної бригади, це ще, яку оплачували там ООН, ну, це не государственна служба була. То было 2 телефонных звонка конкретно от мужчин, которые страдали от жен. Угу. И было очень много телефонных звонков от мужчин уже в пожилом возрасте, которые страдали от сыновей, от дочерей, ну вот от детей. Это вот другая была категория. Там, где забирались пенсии, там, где лишались. Вот. Были даже случаи, когда пожилых людей лишали даже вот продуктов питания, не разрешали выходить. Вот, это другая категория. А вот конкретно мужчины, которые страдали от женщин, их было 2. И один был, ну, он выпивший был, достаточно было одного телефонного разговора, мы даже туда не поехали. Вот, жена, ну, как бы причина была такая, он, жена решила с ним разойтись. Угу. И он никак не мог понять, какая причина, вообще он не понимает. И он там пытался сделать ее агрессором, ага. что она лишала угу. там общения с детьми. Ну, в общем-то, мне телефон, вернее, телефонный звонок обо многом рассказал, если он даже обращался в службу, будучи там в алкогольном опьянении. Звичайно, то понятное дело, так, да. То, такі, треба, щоб справді люди вже розуміли серйозність ситуації uh-huh. і знали, що потрібно звертатися. Звертатися цілеспрямовано. Вони повинні знати, що вони роблять, куди вони будуть йти і чим це все завершиться. І, до речі, чи бували такі випадки, коли люди все ж поверталися до нормального життя з тією родиною своєю? Тобто повертались до свого чоловіка, чи знову ж таки ці стосунки не мають майбутнього? Ну, у мене как бы, опыт мой, наверное, позволяє сказати, що ну, в моїй практиці нет. Нет. У мене були случаї, коли жінки повертались к мужьям. Во-первых, уже совершенно по-другому оцінювали ці отношения. І в кінцевому итоге все равно вже уходили. Ну, уходили, знаєте,
потратив при этом ну, наименьшее количество крови. Почему? Потому что уже как-то это более, ну, более осознанно, это без истерик. Да. В цій ситуації. Бачите, наскільки це важливо. Пані Людмила, ну хочеться наостанок, щоб люди почули, куди їм краще звертатися, як себе поводити правильно в такій ситуації, і що робити зараз, коли ще транспорт не відновлено, коли є проблеми з тим, як добиратися, як жити і все решта. Будь ласка. Ну, однозначно, надо дзвонити на 102. Это номер, который знают все. Обращаться в Google поддержку и задавать просто прямые вопросы, потому что вот 80% женщин говорят, откуда вы узнали телефон? Я загуглила, вот просто домашнее насилие, что с этим делать? Или Днепр. И сразу высвечивается очень много телефонов. Потому что сейчас, даже если я продиктую на память, никто, ну, никто не запомнит. Поэтому Google в помощь. И самое главное, обращайтесь к соседям, говорите на детской площадке. И люди всегда помогут. Очень много обращений, когда, к примеру, звонит соседка и говорит, вот у меня там соседка страдает от насилия, а там двое маленьких детей, она не знает, куда обратиться, и тогда каким-то образом мы подключаемся и в любом случае. Ну, вот за 3 года работы шелтера не было ни одной женщины, которая бы просто вот осталась на улице, которая бы позвонила, и, вот, знаете, как просто в стену. Всегда, всегда будет какая-то помощь. Либо там приглашение на группу, либо консультация с психологом, либо... Просто треба ще довести цим жінкам, ну, переважно жінки, тому що ви на вашій практиці дуже мало чоловіків трапляється. Треба їм довести, що гірше не буде, буде краще. Жінка буде почувати себе гідною, вона буде почувати себе людиною, достойною людиною, і вона зможе щось робити своїм життям. А це найголовніше зараз. І тут не можна говорити ні про які практики, де там що є. Треба знати, що ви можете самі це зробити, вам допоможуть. Ось, люди не повинні боятися. Да, я все время, знаете, теперь практика, я все время вот этих девочек, у которых вот все случилось, все, все хорошо, прошли реабилитацию, сейчас живут счастливо и готовы говорить с открытыми лицами, я всегда привожу с собой для того, чтобы ну, вот, мотивировать женщин и показывать, что выход все равно есть. Потому что ну, в ситуации насилия у женщин бывает такое отчаяние, вот уже просто отчаяние, они выхода не видят, а выход, ну, вот, правда, есть. Я вам дуже дякую, пані Людмила. Сподіваємось, наступного разу ви прийдете не одна, а, можливо, буде ще людина, яка зможе довести усім, що можна йти вперед, потрібно посміхатись життю, і все буде добре, звичайно. Ну що ж, зустрінемось з вами вже завтра о 13:30, а зараз до побачення.